Бадминтон – второй по популярности и вовлеченности вид спорта в мире после футбола. Валан для бадминтона – самый быстрый спортивный снаряд. Его средняя скорость во время профессиональных матчей может достигать 300 км в час. Рекорд – 493 км в час. Бадминтон входит в тройку самых тяжелых по физическим нагрузкам игровых видов спорта. В одиночной игре спортсмен в среднем преодолевает 10 км. Это в два раза больше, чем в теннисе. Сравнить эти два вида спорта удалось Елизавете Пятиной, одной из сильнейших бадминтонисток в Омске. Я считаю, что это тяжелый вид спорта, один из самых тяжелых в ракеточных видах спорта. Он нисколько не уступает большому теннису по сложности, потому что хоть в большом теннисе и площадка больше, но бегать в бадминтоне нужно ни капельки меньше, потому что здесь все очень резко, быстро. Валан летит со скоростью огромной, там около 400 км в час, поэтому нужно успеть на это все среагировать, успеть прибежать, еще и успеть подумать, куда ответить сопернику, чтобы его поставить в неудобное положение. В перерыве между тренировками по теннису папа спортсменки предложил не терять время и походить на бадминтон. Лиза сразу попала к тренеру Игорю Степанову и решила уже не возвращаться на теннисный корт. Пришла заниматься физподготовкой, но со временем, буквально в течение месяца, ей понравилось заниматься бадминтоном, она уже перешла окончательно в бадминтон. Ну и после этого пошли результаты, начала заниматься усиленно, появились результаты. Выиграла первенство России, одно, потом второе, третье. Самым сложным было поменять технику, потому что в большом теннисе там кисть жесткая, удары жесткие, а по бадминтоне нужно очень хорошо чувствовать валан. Нужно уметь сыграть и жестко, и мягко на сетку. За 14 лет в бадминтоне Елизавета многократно становилась призером европейской юношеской серии Гран-при. Участвовала в первенствах мира и Европы, завоевала бронзу на Кубке России в 2017 и не раз побеждала на первенствах страны и региональных соревнованиях. Лиза является мастером спорта и входит в состав сборной. В национальном рейтинге на сегодняшний день она четвертая. Спорт занимает основное место. У нас каждый день по две тренировки. Ну и есть, конечно же, и выходные. А в свободное время я стараюсь учиться, потому что я сейчас учусь в Сибгуфке, как раз тоже, где я тренируюсь. Мне повезло, потому что это все рядом. Я тренируюсь в манеже, и здесь же как раз таки у меня и учеба проходит. Но у меня индивидуальный план. Я стараюсь, как бы, я самостоятельно учусь и прихожу уже, беру задания, и потом прихожу и сдаю сессии, зачеты и экзамены. Самая цель, минимум, это войти в призы на чемпионате России. А там дальше уже будем стараться и повыше на международных турнирах участвовать, там, в призы попадать. Елизавета начала с региональных соревнований, которые с успехом проводит Омская федерация бадминтона. Такие, как турнир на призы Антропова, мемориал Суворкина, всероссийский юношеский турнир «Крутогорский валан», а также первенство России. На них ежегодно приезжают сильнейшие бадминтонисты со всей страны. В последние годы соревнования проводятся на ядре омского велотрека. Здесь же занимается часть спортсменов под руководством опытных тренеров. Один из них – Михаил Бадамшин, тренер высшей категории с 35-летним стажем. Бадминтону омскому уже больше 50 лет. Вот. Но самые яркие страницы, конечно, связаны с Владимиром Кузьмичем Суворкиным. Он пришел в начале 70-х годов с армии, пришел, увидел эту игру, влюбился в нее. Вот. У него самого изначально не очень получалось. Вот. Но вот этот фанатизм, преданность, да, энтузиазм, он набрал секцию любителей, любительскую, набрал детей. Вот. И через год ребята стали чемпионами города. Вот. А потом мы пришли к ним победу на всесоюзные соревнования. Вот. Ну, понятно, что наиболее яркий, ну, скажем, такой воспитанник – это Андрей Антропов, участник двух Олимпиад, победитель этапа Кубка мира, вот, заслуженный мастер спорта. Но вместе с ним в одном классе учились и Берсенев, и Елизаров, и Малышева, и Андреева, и Берберих, вот, победители командного первенства СССР. Вот, это люди, которые впоследствии в составе СКА-179 выиграли Кубок европейских чемпионов. Ну вот, в общем, традиции и, скажем, результаты раньше были, ну, очень высокие, и все это во многом благодаря Владимиру Кузьмичу Суворкину. После него работать пришли Василий Николаевич Стратенко, вот, ваш покорный слуга, вот, и тоже успехи были, скажем так, до последнего момента довольно высокие. То есть у нас есть
и победители первенства Европы, и призеры первенства Европы, чемпионы страны, сборники страны. Бадминтоном в Омске помимо спортсменов занимаются также школьники, студенты и любители. Порядка 40-50 человек вот занимается бадминтоном, здесь ходят любители. Причем это не только бывшие спортсмены наши, это люди, которые пришли, увидели бадминтон и влюбились в него и играют вот просто. Бадминтон играет в Омске на самом деле много где, особенно в институтах он очень развит, в общеобразовательных школах он есть. На самом деле игра очень демократичная, очень доступная, то есть в нее могут играть как два человека, так и больше. То есть очень просто найти себе соперника, да, и получить нагрузку, потому что нагрузка всесторонняя, то есть как бы задействованы все группы мышц. Вот. Плюс опосредственный контакт с соперником, то есть это как не со стенкой, да, как в сквоше там играешь, а непосредственно с соперником. При этом здесь на первое место выходят не только, скажем, скоростные или там силовые качества, хотя они необходимы для бадминтона, вот, но и тактика, и характер, и терпение. Занятие бадминтоном – это не только занятие с ракеткой и с валаном, да, вот видите, они вообще развивающие упражнения, специальные упражнения. Очень много мы уделяем внимания игровым видам спорта, таким как футбол, хоккей. Ну, не хоккей, не на улице, у нас флорбол очень популярен. Вот. Ну, плюс там такие игры, которые подвижные, эстафеты и так далее. Поэтому стараемся, чтобы детям было интересно на тренировках. Марк Вальдер – чемпион Сибири, победитель всероссийских соревнований, действующий чемпион области в парном разряде, кандидат в мастера спорта. 10 лет назад пришел в бадминтон и сразу проникся скоростью и азартом игры с крылатым валаном. Это очень быстрый игровой вид спорта. В нем ты не успеваешь ощутить того, что как ты устаешь. Там, например, идет розыгрыш, ты понимаешь, ого, какой красивый розыгрыш был. Наверное, я его когда-нибудь вспомню потом уже в дальнейшей своей жизни. Я пришел в бадминтон не очень физически развитым. Бадминтон мне дал уже очень хорошую физическую подготовку. И, наверное, одним из главных ошибок было это правильно взять ракетку. На меня кричали, там, орали, что Марк, ну что ты неправильно держишь ракетку-то? Вот. Рисовали нам линии на руках, как правильно держать. Начальные игроки держат ракетку вот так. Это называется лопатой, либо сковородка, как и принято это в бадминтоне. Вообще профессионалы, либо любители держат ракетку вот так, ребром. То есть ты в этот момент можешь перехватить открытой стороной и закрытой стороной, чтобы было удобно их сыграть с разных сторон. Основные тренировки юных бадминтонистов проходят в детско-юношеской спортивной школе номер 10. Профильное отделение здесь появилось еще в 1982 году. Воспитанники обучаются спортивному мастерству с 6 лет. Однако одно из главных преимуществ бадминтона – начать заниматься можно в любом возрасте. Еще одно отличие от большинства видов спорта – совместные тренировки мальчишек и девчонок. На всех этапах обучения они тренируются всегда вместе. У меня был выбор карате, плавание и футбол. Я попробовал эти виды спорта, и мне больше понравился бадминтон. Я пришел на первую тренировку, мне понравилась атмосфера. Сложного здесь практически ничего нет. Самое главное – это свой, как держать ракетку. Ну, в принципе, все. Дальше уже все само пойдет. Ну, какие у меня цели? Мне надо, очень усердно заниматься и потом выиграть Россию, тоже соревнования, чтобы дальше продвигаться в этом спорте. Вот дети начинают заниматься, даже кто-то вот первый год, первоклашки, там второклашки приходят. Занимаемся до марта. В марте у нас на каникулах проводится турнир в Крутой Горке. Он выездной, он 3 дня, он небольшой. Вот. И туда мы как раз берем вот тех, кто на первые соревнования туда детей. И для них это является таким, ну, огромным опытом. Оттуда все приезжают под впечатлением. Кто даже не выигрывает, они учатся правилам, не только правилам игры, правилам судейства. Они уже себя как судьи там проявляют. Вот. И после этих соревнований вот многие дети прям начинают играть. Прям не просто, они понимают, зачем они сюда пришли, и что им надо тренироваться, им надо пахать.